Итак, существует сервис для перевода напечатанного текста в рукописный. Мне понравились два. Вот этот называется HandText и HandWriter. На самом деле все очень просто. То есть нужно вставить текст, который мы хотим перевести в рукопись. Выбрать подложку, вот такой фон. В линейку или в клетку. Ну и здесь отрегулировать, выбрать шрифт, который более-менее такой читаемый. Честно сказать, все как в первом классе. Вот. Значит, вот рычажками регулируются отступы. Ну и если кажется, что уж больно чудно, можно вот как-то, убрав вот эти флажки, поправить, привести к более красивому такому виду. Можно выделить какой-то выделенный вот здесь текст маркером. Для этого с этой стороны выделяем, у нас тут вот отображается. Также можно нарисовать что-нибудь здесь. Ну и скачать. Кнопочка скачать скачивается как рисунок это все. В формате JPEG. Ну, надо сказать спасибо Алексею за то, что он предоставил нам такой прекрасный сервис. Ну и второй смысл тот же. То есть нужно вставить текст, и единственное, что не в реальном времени, а нужно все время нажимать вот эту кнопку «Создать конспект». А также можно добавить задний фон. Снова перезапустим, вот у нас конспект. Ну и тут точности то же самое, выбираем настройки и пользуемся готовым конспектом. Единственное, что тут вот есть какие-то платные опции, которые, возможно, придадут нашему конспекту более реалистичный вид. Ну и можно скачать как PDF-ку, либо как рисунок. Ну вот, надеюсь, информация была полезна. На этом спасибо. Стоп.